Всем привет! Вы на канале Серёга Скелет. Сегодня продолжаем проводить. Они идут с юга! Там мы пойти нельзя, будем здесь, а пока так. Бегу, блядь. Берега поганые. Ну-ка, а чё пулемёт-то? Чё-то я не пойму, чё пулемёт-то этот. Нельзя взять, что ли? Почему? Вот так, все. Давай, суки, иди сюда, подходи. Граната где-то. Ой, блядь. Мы это, конечно, будем ебашить, сук. Сегодня тут вокруг, везде, где только можно. Также пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех своих подписчиков, кто подписался на канал, кто смотрит мои видео, кто пишет комментарии, ставит лайки. Всем огромное спасибо, ребята, вы молодцы, вы поддерживаете меня. Я поддерживаю вас, я также проглядываю ваши видео. Всем спасибо. Мы продолжим мочить немцев. Будем гасить их сегодня со всех усилий. Как только получится. Гасить этих сволочей по полной программе. Жесть, они вон бегут и бегут. О, ничего себе. Ах ты, сука, где-то подстрели. Ёбаны. Жесть. Ну всё, теперь заново. Вонючие. Сейчас мы вас тут всех сюда загасим. Давай отставим. С патронами нечего, не быстро. Отступает, ни хера себе. Вот это да, в каком это веке мы отступаем. Братцы, что за дела? Походу, все печально. Они пересекают дорогу! Они идут через дорогу! Ни хера их там, блядь. Это отсюда не видно никого. Далеко сидит.
стойки рулять. Получаю приз, да. Получаю, сука. Нет, нихера, далеко вообще, куда нахер? Не видать. Ух ты, блядь. Скотина. Пиздец, убили нахуй. Да, сегодня не все так просто. Придется постараться, чтобы пройти эту миссию. С каждым разом все сложнее и сложнее. Суки, гранаты кинули. Сука, обойти меня решили. Непонятно. Куда ты, сука? Ах, ебать. О, блядь, это вообще винтовка. Не пойдет, что зря автомат просто. Сука. Патронов мало вообще. Да, не все так просто. Все у вас, сука. О, кстати. Появились вроде маленькие патрончики. А то совсем туго было. Хорошо, болит это. Суки, блядь. Ах ты, ебаный шакал. На тебе, сука, в очко. Суки, бляди. Сука, подстрелил. О, сука, башку высунул. Да я не куриваю, Тейлор, это что, мне что ли он говорит? Патрончики подобрал. Ну сука, блядь. Да погоди ты нахуй, дай пострелять, ебал. Там, походу, пулемет. Ебать, они вот они бегут. Я, блядь. О, ты чё, сука? Блядь, нахуй, пока перезаряжался, сука, загасили, пидоры гнали. Запада к нам едет огромная толпа пехоты! Немецкая
Сдохни, сука. А, это тоже она. Пулемет надо. Все, пойдем сразу к пулемету. Этот свой бежит. А хули свои-то, черт? Другой бы какой-нибудь схватил этот пулемет, да ебашь. Ну чё ты встал-то, блядь? О, пройди. Наебать. Целая толпа тут в этом доме была, нахуй. Никто этот пулемет не взял. Вот и здесь такой. Интересно. Ну-ка, нахуй. Давай, кто там где, блядь? Давай, будем ебашить их зверей. Змей, блядь. Поганый, нахуй. Блядь. Ух ты, сука. Это чё, козёл убежал, что ли? А, это свой, нахуй. Так, тут чё за хата? Что, куда двигаться-то вообще надо? Нахуй, в этой хате нихуя тут нету, нахуй. О, сука, блядь. Нихуя там хуярит. Ну что, туда бежать, что ли, нахуй? Нихуя, подстрели. Ебать, и тут еще эти, сука. Дайте отдышаться, нахуй. Скоты, ебаные. Блядь, граната. Нихуя. Ебать. А, тут что, сука, минное поле, походу. Это нахуй. Что-то я не курил, а те-то куда съебались? Куда, на звездочку, походу? Блядь. О, сука, тут еще меньше патронов. Не, нихуя. Ой, ебаные, блядь. Сука, нихуя себе, блядь, еще и ногой меня пнул. Вот пидор гнойный, а? Уроды, сука. Недоделанные. Все теперь Сокопов, я так понимаю, хуярить не будем. Гандонов, нахуй. Нихуя. Ган, нахуй. Ебать, вон они бегут, сука. Блять, это свой, нахуй. Нихуя себе, лови гранату, фашист. О, нихуя, как тут пулемет есть. Ну-ка нахуй. О, ебаная, блядь. Нихуя себе. Подстрелили, сука. Так, ну-ка, давай, еще разок. Второй заход. Куда нахуй? Суки, ебаные. Пиздец, да что за херня-то сегодня прям. Прям тяжелая миссия, что-то я прям все умираю и умираю. Эй,
лас нахуй. Мешался, да, дальше, блядь, хуярики, сука. Да нахуй, бежите, сука. Ёба, она еще гранату кинула. Я не понял, а куда все съебались, что ли? Ну и нихуя себе. Фрицы, блядь, окоп уже заняли, а я все там нахуй с этим пулеметом, блядь. Охренеть. Ебать, а чё от меня-то там зависит? Я вообще в душе не ебаю, нахуй. Я в первый раз эту игру играю. Ну а нахуй, вдох, хиды. Блядь, да кто где, чё там нахуй? А это чё за хуйня здесь? Так, на одного кондона меньше стало. Вот, нихуя себе. Ой, ебать, это что за хуйня? Оглушила меня. Пиздец, все вообще подох. Пойдем за этим чуваком. Давай же, Тейлор! Нам нужна вся огневая мощь, какая только есть! О, блядь. Мы зависим от тебя! Вперед! Зависим от меня. Подходи сюда, сволочи. Немцы на левом фланге! Давай, Тейлор! Нам нужна вся огневая мощь, какая только есть! Мы зависим от тебя! Вперед! Ебать, а что я сделаю-то? Что мне надо сделать-то? Я нихуя не пойму. Ой, блядь, нихуя в свое стрельнул. Бегом, 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 нахуй, ебаный. Все пока, значит, будем тут, она. Тоннель вот этот, ебать его, охраняй. На, сучка. Пардон. О, блядь, патроны нахуй. Так всегда, сука, вовремя. Надо еще где-то. Куда, сука, побежал? Ну, нихуя подстрелили. Сволочи, смотрите. Нахера их сколько, они все лезут и лезут нахуй.
так отстреливают. Эй-эй-эй, не умирай, не умирай, папа. Еще один прибежал. Как же есть? Вон на суке. Он просёк эти дома. Сволочили. Сука, ты смотри, что он козёл там бежит, я в него попасть не могу. Какой зеленый дым там? О, вот она, ебана. Да все, блядь, да, уже ебана, режь там на. Сейчас авиация их нахуй расхуяли в щепки. Ой, танк наш. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем счастливо. На северном побережье Франции на рассвете 6 июня 1944 года рейнджеры подбежали к подножью утеса, подняли головы и увидели на краю обрыва вражеских солдат. Те стреляли в них из пулеметов и бросали гранаты. И американские рейнджеры полезли вверх. Они забросили веревочные лестницы наверх обрыва и начали подниматься. Когда один падал, другой занимал его место. Когда веревку перерезали, рейнджер хватал другую и начинал подъем снова. Они лезли вверх, отстреливались и держали плацдарм. Скоро, один за другим, рейнджеры достигли вершины и, закрепившись на твердой земле наверху этих утесов, начали отвоевывать европейский континент. Сначала их было 225. Через два дня боев держать оружие могли лишь 90. Вот они, мальчики Пуэнт-Дюхока.